немножко интересная. Всех приветствую, меня зовут Ксения. Сегодня проведем динамический тайский массаж. Приступим. Thank you.
расслабляем. Кажется, интересно. Сгибаем ножку. Или не будет кое-что интересного. Надо реально, кажется, что все расслаблено, да, но... а потом говорят расслабить, и такой, блин, можно еще расслабить. Еще, еще. Да, и так вот часто. Сейчас нужно будет максимально расслабиться. Ручки повыше. Ага. Со спиной все хорошо. Как ноги. Ноги у меня в ногах. Растяжки не очень. Но чувствуется, тянет. Угу. Но не так, что... Ну, пока подготовимся. Угу. Давай сделаем вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Хорошо. Расслабляйся. Ага. Еще можешь расслабиться. Вот. Чувствуешь, да? Да. Хорошо. Давай еще вдох. И выдох. Как ощущение? Ну, тянет ноги. Хорошо. Расслабляй. Да, крестец, низ живота. Thank you.
нормально? Да. Голову на бочок лучше положить. Thank you.
Кстати, прикольно. Нормально? Да. Уже привыкший, да? Да.
другую сторону. Угу. Нет? Да, конечно. Когда нужно подняться будет? Так. И давай мне ручки. Вот так? Да. Хо-хо. Так, облокотись. Расслабляй ножки, провисай их. Опускай ножки, опускай ножки. Все, сейчас побудем пока в этом положении. Просто расслабь шею, расслабь голову. Ага, повисни. Угу. Так, сейчас мы покачаемся немножко. Смотри, опускай ручки. Расслабляй шею, расслабляй голову. Захвати меня за шею, за шею, за шею. Угу. Немножко длиннее, чем я думала. Угу. Так, побалансируем. Падаем. Просто немножко выше. Так, давай опустимся все-таки. Mm-hmm.
Но полет случился. Прикольно. Как глаза закрываешь, такое вообще немножко. Да, ты немножко повыше, ну ладно, ничего страшного. Давай в позу ребенка ляжем, еще кое-что сделаем. Давай, колени пошире. Да, да, да. Ручки можешь расслабить, вытянуть, либо вдоль тела. Угу. Ноги как у тебя? Немножко тянет, наверное, да? Да. Ну, по-быстренькому. Если ноги будут затекать, ты говори. Все, можешь подниматься. И сейчас ложись на спинку снова. Расслабляю голову. Да? Микродвижения здесь получается, чтобы шею расслабить, шейные позвонки.
Все? Так тихо. Каждый раз тайский массаж как-то по-разному делается. Я не знаю, просто каждый раз что-то новое. Ну, было интересно. Новые движения какие-то были. Все понравилось. Все, спасибо. Благодарю за доверие.